Доброе утро, день или ночь, с вами на связи Андроник, и вы смотрите канал «Обзоры и тестирование интернет-проектов». Этот выпуск посвящен очередному проекту для извлечения прибыли, сделанному по хорошо зарекомендовавшей себя схеме, называется проект «Большой куш». Вот так вот выглядит главная страница, сайт предлагает довольно-таки хорошую прибыль с минимальными затратами, затраты составляют всего 99 рублей, вот. В этом проекте для того, чтобы начать участвовать. При активном участии, при активной раскрутке данного проекта вы имеете все шансы получить отличную прибыль в 2,5 миллиона рублей. Вот, пожалуй, вы, наверное, видели большое количество проектов, которые сделаны были наподобие успешного проекта «Два друга». Вот, этот сайт отличается тем, что в отличие от всех остальных копий, сделан очень качественно, хорошо проработан дизайн, действительно простая, понятная схема работы, вот, и грамотно сделан личный кабинет для участников. Вот, на главной странице вы можете почитать отзывы самих участников, которые первыми зарегистрировались, вы можете ознакомиться с основными преимуществами данной системы. Они заключаются в автоматизированной системе построения матрицы, в математически рассчитанной схеме распределения участников по структурам, действительно грамотно построенному интерфейсу личного кабинета и быстрой связи с каждым участником вашей личной структуры. Вот, здесь 5 уровней. На каждом уровне может быть зарегистрировано определенное количество партнеров. То есть на первом это 3 человека, на втором 9, на третьем 27, на четвертом 81, на пятом 443 человека. Вот, каждый уровень стоит определенную сумму, вот, которую участники перечисляют вышестоящему своему руководителю, тому, кто пригласил их в проект. Схема довольно-таки простая. Как же ей начать пользоваться? После того, как вы перешли по реферальной ссылке человека, который вас пригласил, попадайте вот на эту вот страницу, нажимайте на кнопочку «Регистрация» для того, чтобы зарегистрироваться. Здесь вы увидите имя и фотографию человека, который вас пригласил. Вот. Либо был выбран автоматически, если у этого человека уровень уже заполнен первый. Вот. Здесь вы пишете свое имя. Здесь вы пишете свой рабочий email, желательно, чтобы это была почта Gmail, либо Yahoo. Далее придумывайте сложный пароль для входа на сайт, повторяйте этот пароль. И пишите свой номер в международном формате, то есть плюс 7 для России и другой код, если вы с другой страны. Вот, для переводов денег между участниками используется международная платежная система Kiwi. Вот, так что предварительно необходимо в ней зарегистрироваться для участия. Далее ставите пол, вот, и обязательно знакомитесь с правилами. Правила очень простые. Администрация берет на себя обязанности в круглосуточном поддержании работоспособности своего ресурса. Вот, участники берут на себя обязанности по раскрутке этого ресурса. Вот. В том, что в течение 24 часов после регистрации обязуются оплатить первый уровень, то есть оплатить 99 рублей человеку, который их пригласил. Вот. Каждый участник должен иметь свой аккаунт в платежной системе Kiwi. Каждый участник обязательно должен уважительно относиться к другим участникам, партнерам своей структуры. Вот. И все, кто имеет уровень больше нуля, обязаны сразу же подтверждать покупку у себя уровня, то есть подтверждать платежи, поступившие после проверки. Вот. Я думаю, что это понятные, простые правила. Если вы с ними согласны, ставите галочку «Я прочитал, принимаю правила», нажимайте «Регистрацию». Вот у меня аккаунт в этой системе уже есть. Вот. Действительно хочется отдать должное разработчикам данного проекта. Сделано очень все на удивление качественно, красиво. Вот. В левой части вы видите вкладки в своем личном кабинете. Профиль, сообщения, структура, заказы, ссылки, статистика, история продаж. Вот, далее вы можете заполнить информацию о себе, нажимаете там «Редактировать профиль», например, вот, можете ввести себе дополнительную контактную информацию, например, ICQ, Skype, телефон. Укажите обязательно свою страничку ВКонтакте, это поможет вам общаться быстрее, находить контакты с участниками своей структуры, кто под вами зарегистрирован. Вот, коротко там пишите о себе, загружаете фотографию, вот, нажимаете «Сохранить». Вот так должен выглядеть ваш
личный кабинет. Если вы все заполнили, далее, что вам нужно сделать, это купить первый уровень для начала участия в этом проекте. Нажимаете вот на такую медаль своеобразную. Вот, у меня первый уровень уже куплен, поэтому мне доступна уже покупка второго уровня. Вот. Далее вам система показывает человека, у которого вы можете заказать второй уровень или первый, там, в зависимости от того, как вы регистрируетесь. Вот, делайте ему перевод через платежную систему Kiwi. Вот. Указывайте номер для перевода. Здесь, после того, как вы сделали уже перевод через Kiwi кошелек, нажимаете «Купить уровень». Указывайте номер транзакции. Тут должно быть указано 18 цифр из вашего кошелька в Kiwi. И нажимаете «Оформить заказ». Этот человек получит у себя уведомление о том, что у него заказали уровень, вот, и его нужно подтвердить. После того, как человек подтвердит, вы получите соответствующий уровень и сможете получать деньги, более высокие уже платежи, вот, вам станут доступны. Тут, наверное, правильнее будет сразу оплатить несколько уровней подряд, потому что уровни первые, особенно, они стоят довольно-таки там маленькие деньги, вот, но зато вам обеспечит возможность быстро построить свою структуру и получать уже хорошие платежи, вот, от новых участников. Вот. Собственно, вот такая информация об этом проекте. Я думаю, все перспективы у проекта есть. Действительно, сделан очень хорошо. Вот. Есть возможность пообщаться с администраторами. Вот. Соединение происходит довольно-таки быстро. Вот. Если есть какие-то у вас вопросы, вы можете всегда обратиться в поддержку. Обязательно прочитайте пункт раздел «Помощь», то есть здесь написана вся информация о данном проекте. Вот. То есть здесь вы можете ознакомиться, как совершить заказ, как зарегистрировать Kiwi кошелек. Как вы можете приглашать партнеров, за что можете удалены из проекта быть. Вот. То есть здесь именно находится вся полезная информация о том, например, даже как вывести деньги из проекта, если вы вдруг не в курсе. То есть здесь удобно сделано, есть видео, есть полная информация по каждому пункту, поэтому очень полезно будет ознакомиться с вкладкой «Помощь». То есть когда вы будете сами, например, если вы первый раз участвуете или вы будете людям объяснять, обязательно рекомендуйте им ознакомиться с вкладкой «Помощь». Вот. После того, как вы зарегистрировались и начали участвовать в этом проекте, единственное, что от вас требуется, это распространять информацию об этом сайте, приглашать своих друзей и знакомых, хотя бы можете дать ссылку на это видео, вот, для того, чтобы они могли ознакомиться с проектом более подробно и наглядно. Вот если вы зарегистрируетесь, например, в мою структуру, со своей стороны я обещаю информационную поддержку полную, также буду проводить вебинары для своей структуры в Скайпе. Вот. Если кому интересно, добавляйтесь ко мне в ВКонтакт, вот, добавляйтесь в мою группу «Обзоры и тестирование интернет-проектов». Здесь я публикую всю информацию о новых интересных проектах для извлечения прибыли. Вот. Если вы хотите зарегистрироваться в мою команду, все ссылки вы увидите под этим видео, если смотрите в YouTube. Вот. И также ссылки будут выложены в группе «Обзоры и тестирование». Думаю, все шансы на развитие в этом проекте есть. Сейчас зарегистрировано всего около 200 человек. Проект стартовал буквально несколько дней назад, поэтому у первых людей есть огромные просто шансы заработать солидную прибыль в данном проекте. Вот. Сегодня посмотрели очередной хороший инструмент для извлечения прибыли. С вами был Андроник, вы смотрели канал «Обзоры и тестирование интернет-проектов». Подписывайтесь на мой канал, впереди все самое интересное. Всем пока и удачи!